Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трэш. У нас немецкий сервер. Аккаунт предоставил мне мой подписчик Серега. И у него веселый ник Сварщик. Не знаю, очень веселый ник, как по мне. В общем, находится он в гильдии Табула Раса. Кидайте заявочки, вступайте. Первое, второе, третье, четвертое места битвы. Гильдия Атака Фортуна. Гильдия активная 68-70. А вот так вот, 20.00 босс. Я так понял, что по времени сервера. Так, окей. У нас сегодня роллинг и открытие дофигища плюшек. Аккаунт немножко донатный, то есть донаты здесь вообще копейки, по сути. Героя много недостающих. Сейчас будем пробовать вытащить. Вот, 6400. Зато, ну, здесь... Огник — это нормальное явление для доната, без доната на этом сервере. Так, окей. Что у нас по героям? Фобос, Космо, Рину нету, Рея, Родриго. Вот так вот называется он здесь. Лазуля, Медуза, Свален, Махатма, Рогатка, Бугимат. В общем, нормально, героя нам надо выбить. Но мы изначально сейчас пойдем пооткрываем плюхи. Дофигища у нас плюх. Они частично накоплены, частично задонены. Ну, в большой степени они накоплены. Так, окей. Что у нас получается? Сумочки. Неплохие сумочки, я вам скажу. Мне бы на бездонате они не помешали, наверное, как и многим. Так. Ну, поехали, начнем, наверное, сундучков. Самое интересное отсюда идет. Отсюда куча расходников. Коробочки и карты. Ну, с карты у него вроде все герои такие, которые с карты. Еще Рину можно вытащить с карты. Сейчас попробуем. Посмотрим, что с этого получится. Так, поехали, вторые. Вот это плюшки. Блин, жесть. Воодушевление. Еще одно воодушевление. Грубая сила. Так, хорошо. У нас по эмблемам будет. Пятая ремочка. Две пятых воодушки. Но воодушка — это для фарма вообще топчик. Так, это такие даже сундучки есть. Исцеление. Ну, такое себе. Ну, отсюда тоже исцеление должно упасть. Оно у нас падает сразу же с первого. Первое, второе. Но самое ценное, наверное, с этих сундуков — это исцеление и железка. Для фарма. Для бездоната. Остальное... Нифига себе, сколько здесь карт падает. 45, 60, 45. Я офигею. 45, 15, 15, 30. Сколько мы там карт вытащили ему? Офигеть. 125 как кулаков. 433 карты. Да, немка, конечно, хороша. Поехали дальше. Так, так, так. И чик. Пакт 1, пакт 2, СО, пакт. Ну, тут, конечно, пакты не падают. Ну, одно СО вытащили. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, это самые топовые сундуки. Отсюда можно получить кристаллики. Ну, в основном я с пятых собираю книги для прокачки. Ну, я уже не собираю, у меня уже их хватает. Отсюда уже больше кристаллы падают. Плюс. Это жесть, сколько ресурсов для такого аккаунта. Сварщик будет в шоколаде. Такс. Итого. Смотрим. Блин, жесть, сколько отсюда плюх. 133к, блин, 17, 200, 5, 1. Офигеть. Да, вот так вот живут. Нормально живут, кстати, они на этом серваке. Так, окей, поехали дальше. Поехали дальше. У нас есть еще сумочки, мы их тоже сейчас пооткрываем и пойдем пробовать выбить ему недостающий герой. Кстати, нам нужно словить Рину. Он отсюда со вторых карт падает, с третьих. Ну, изначально пооткрываем все уже до конца. Так, изворот. Неплохо.
Восьмое грубое исцеление тоже неплохо. Сейчас посмотрим, что у него там делается. Так, здесь у нас скины. Тут у нас тоже скины. Две маскировочки, почему бы и нет. Так, отлично. Такое себе. Блин, сколько всяких плюх. Офигеть. Главное не запутаться. Так, другой скин на Зефира. Ну, Зефира у него еще здесь пока нет. Нормально, кстати, скинул на здание Фоба. А теперь поехали. Самое интересное, наверное, но на этом сервере два осколка. 20, ну 2 под 10. Ну, Зефира тут, наверное, один. Если упадет 2, это будет мега... Целых 10, нифига себе, вот это плюхи, вот это реально подфартило. Интересно, сколько у него Зефира? Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут по Зефиру? 63 уже, неплохо. Уже обалденно. Так, ну роза у него есть. Интересно же пооткрывать плюшки. 50. Блин, просто бешено отсюда падает, 60. Ну, у него роза есть. Окей, поехали посмотрим, что у него тут в инвентаре по героям. Я не верю, что здесь Рину нету. Нет, все-таки его здесь реально нет. Обалдеть. Просто обалдеть. Поехали, попробуем. Раз, два, три. Блин, Рину не упал. Так, хорошо, пробуем отсюда достать. Отсюда Рина не падает. Хренушки. Хренушки. Вот так вот. Блин. 9 карт и Рина не упал. Я офигею. Так, окей. Поехали, смотрим, что у нас по героям. Фреи не хватает. Сейчас попробуем Фрею словить. С карты, конечно же. Фрея, ПБшка, Медуза. Ну-ка, Медузку попробуем. Так, Медуза должна... Нету. Ну окей, поехали, пробуем. Или карты оставим после роминга откроем, а вдруг вытащим. Поехали. Так, у нас сегодня еще есть коллекционер. Анубис, вот такой вот коллекционер. А, это он с коллекционера, кстати, забрал. Неплохие плюхи с коллекционера. Поехали, попробуем вытащить. Так, чемпион, чемпион. Свален сразу же падает. Нифига себе. Нифига себе. Говорят, Эрос. Купидончик называется Эрос. Что-то я ни разу здесь Купидона не вытаскивал. Обалдеть. Так, а ну-ка подождите. Так. Свалена у нас как раз таки нет. Отлично, поздравляю. Первый недостающий герой есть. Так, блин. Ну поехали, пробуем дальше. Уже обалденный роллинг. Эроса мы словили. Так, смерть. Ниндзя. Ну хоть ниндзю прочитал. Я в принципе немецкий нормально читать. Поехали дальше. Ведьмочка. Леди Лео. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Гринфилд. Суккуб. Ну, я не знаю, вот ребята писали, что действительно на немке хреноватенько падают герои. Где-то, в принципе, я согласен. Калипсо. Я уже думал, это Космо будет. Но рандомчик, давай. Это просто пипец. О, Медузка. Ну, недостающий еще один герой. Вся надежда на то, что мы вытащим Фрея с 20 карт. Потому что Фрея здесь надо. Блин, жестко. Вообще просто печально падает. Да ну нафиг.
После такого реально на немке понимаешь, что роли здесь лучше просто собирать пирата. Ну давай, рандомчик. Это просто печаль. Это просто печаль, ребят. Херминистр какой-то. Да. Просто жесть. И что у нас получилось? Ну, Леди Лео, в принципе, еще дополнительно мы словили. Как видите, здесь нету слизней. То есть здесь либо ты выбиваешь героя. Ну, 30 дрогов, в принципе, неплохо. Карта. Поехали, попробуем. Так, ремочка неплохо было бы. Вуаля, пожалуйста, ремочка, еще одно исцеление. Кстати, я так и не посмотрел его алтарь. Че у него по героям? О, да тут дофигища надо. Я думаю, у него теперь коробочек тыковка, однозначно исцеление пойдет. У него с берсом. Это можно даже сделать вот просто так, чтобы он это увидел. С талантами. Ведь проблем здесь нет. Сразу же тыкве лепим. Так, окей. Поехали. Попробуем пооткрывать героев, которые есть. Так, свалено открыли. И медузка. И медузка. Ну, конечно, печально падает здесь. Я ожидал все-таки лучшего. Так, фоба нет. Ну все, у нас вся надежда, ПБшка, ПБшка и Фрея. Других вариантов нет. Черепа, кстати, нет. Не понял. Черепа нет. Да ладно. А реально черепа нет. Вот так вот. Ну окей, поехали, еще карты откроем. Нам нужен череп. Шансы на черепа, как вы знаете, реально очень печальные с карт, но они все-таки есть. Так, ара падает. Так, ну будет у нас недостающий герой или нет? Блин, жесть какая-то творится. 20 карт, поехали, открываем по одной. Заклинательница. Рибит. ПБшечка есть, отлично, но нужна Фрея. Блин, 20 карт и Фрею не вытащить, это, конечно, будет эпик фейл. Просто пипец. Я чувствую, мы Фрею не вытащим отсюда. ПБшка. Заклинательница. Афинка. Ну чё, поздравляю, теперь у тебя бездонатная мега имба есть, наконец-то. Наконец-то, хоть где-то нам повезло, мы хоть с карт вытащили нормально. Обалдеть. Ну это, конечно, жестко. Одна фрея с 20 карт. Надо будет у себя пооткрывать карты. Ну, в принципе, как видите, на немецком сервере реально без доната можно нормально трэшевать. А с минимальным донатом тем более. Вот так вот, просто налегке. Просто налегке. Ну, черепа таки нет. Странно, странно. Рогатка, череп. Блин, да, ему как раз такие герои надо. Космо. Но все равно, даже без этих героев, я думаю, можно нормально играть. Огник есть, что еще надо? Фрея есть, теперь только их качать. Поехали, посмотрим. Хоть какие они там упали. Да, веселые ребята. В общем, вот так вот. Это был немецкий сервер. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.